Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня покажу вам новинку от фирмы Hobby Boss. Российская или советская боевая машина десанта BMD 2 в 35-м масштабе. В комплекте схема окраски модели и нанесения декалей. Инструкция для сборки. Реклама-лист. Литники с деталями. Фототравление. И декаль. Модель новая, 2024 года. Корпус машины выполнен в две детали. Верхняя часть перед вами. Решетки на модели фототравленные. Покажу их в конце. Нижняя часть корпуса или ванна. Интерьер модели отсутствует. Литник с башней БМД, со стволом орудия, а именно со стволом пушки калибра 30 мм 2,42. Башня. Ствол пушки отлит в одну деталь и рассверлен. В наборе присутствует еще одна башня, но она в данной сборке принимать участие свое не будет. Ну, как и ствол орудия. На следующем литнике детали экстерьера машины. Ну, как нетрудно догадаться, если интерьера нет. Есть шансовый инструмент. Лопата и лом. Отдельный литник с катками. Катки хорошие, хорошая проработка. Хорошо выделены бандажи и насечки на них. Два одинаковых литника. И на этих литниках катки есть, но они в запасе, в игре участия их не предполагается. А вот звезды в основе. Литник с ПТРК Корнет, как я чувствую. Два одинаковых литника с траками. Траки наборные. Кондуктора для сборки нет. Есть и фототравление. Плата с решетками. И еще две маленькие в комплекте. Декаль на 4 варианта окраски. Есть вариант и с ополчением Донбасса. Рекламный лист, традиционный для Hobby Boss.
Инструкция черно-белая. Содержимое набора и шаги сборки. Шагов мало, да и количество деталей в наборе не безумное совсем. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вот такой набор увидел свет. Приобрести вы его можете на нашем сайте itremodelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи! Ваш я-моделист и я, Виталий Новиков.